Приветствую всех фанатов роботов, и сегодня у нас новенький робот от JJRC, называется Caddy Vial, продается в двух цветах, так вот здесь мы откроем, в двух цветах, красный и белый, у меня будет красненький, и давайте посмотрим на комплектацию и уже погоняем на нем, так сказать. В комплекте мы получаем аппаратуру управления плюс поднос, аппаратура управления вот такая, достаточно много всяких клавиш, сейчас будем смотреть и разбираться, инструкции для нашего робота и еще какая-то программка, ну это для игры, да, там такая для игры. Зарядное устройство для нашего аккумулятора и сам робот достаточно большой. Я думал, он на самом деле меньше, но выглядит приличным. Аккумулятор расположен у него сзади. Вот здесь вот отсоединяем, вставляем и заряжаем. Однобаночный, 400 мАч. Также у него имеется копилка. То есть этот робот создан для детей. Если ваши дети копят деньги на карманные расходы, берете пятачок и кладете сюда. Пык! Здесь имеется дополнительный специальный ключик. Открываем ключиком наш замок и вытаскиваем потом все деньги. Ну, можно так открыть, конечно, но детям, наверное, надо ключиком. Вот. Поэтому копилка, два в одном, но голова становится тяжелая потом. Я не знаю, как он справится, хотя достаточно мощный. Итак, давайте, сейчас я поставлю аккумуляторы и включим. Так, включаем аппаратуру вот здесь вот и отдельно включаем нашего робота вот здесь слева. Болтает. Итак, давайте смотреть функцию. Но опять же имеется ручное управление, то есть вперед, назад, вправо, то есть влево и вправо. Все как обычно. Есть режим программирования. Для этого нажимаем кнопку «Программ» и нажимаем «Назад, назад, вправо, вправо, влево, вперед». Опять «Программ» и поехали. «Назад, назад». Как видите, действие, одно действие не так много, да, происходит, то есть буквально там 10 сантиметров. Все, приехал, да. Я также установил поднос, то есть он устанавливается отдельно для того, чтобы перевозить какие-то грузы. Ну, давайте сразу положим сюда колесико, но можно на самом деле повезти также стакан воды. Но в целях безопасности, целостности робота я не буду ставить, иначе могу прибить как прошлого. Полный. Ты гад просто! Вот, значит, что еще есть? Подсветка. Hello? Можно выключить. Да, я тут. Ты куда? Есть кнопочка стоп, к счастью говоря. Ну, робот сам начинает ездить. Можно выключить, включить подсветку. Но лицо остается, то есть по бокам только отключается. Также можно изменить цвет. Вот это поярче будет. Прикольно. Есть много цветов. Давай зеленый-то. В разнобой идут вообще просто. Так, все это понятно. Давайте посмотрим, что такое Monster Beats. Бип-бип, бип-бип. Причем это... Он не может делать одновременно ехать и сигналить. Да, жаль, а так бы было бы неплохо. Есть функция танцев. Неплохой музон подобрали. Давай, лунную походочку. Надеюсь, YouTube не забанит за этот музон. Так, ну здесь, естественно, не одна музыка. Есть и другая. Посмотрим еще. И еще есть. Так что... Но, как видите, робот не вращает никакими руками, ни головой, ничем. То есть активны только ноги, причем активны они в плане езды, в плане именно сами колесики, и все. Никаких других подвижных частей нету, то есть руки мы уже вручную выставляем, как хотим. Вот, это как бы минус робота, да, здесь. Звуки можно убавить. То есть сделать тихо, чтобы никому не мешался. Но выключить полностью нельзя. Ну давайте вот так оставим и все, да? Так, кнопочка display. Просто показывает, что вообще умеет этот робот. Вперед. Назад. Ну и так будет. Вправо, влево. Просто показательная программа от робота. Повороты на 360 градусов. Ну, в общем-то, мы поняли. Все, хватит. Есть функция отправки подарка. Но для этого лучше поставить вот здесь вот, с этого края поедет, потому что едет метр, потом поворачивается и говорит,
Подарок? Here comes the gift. Метр. Ну, где-то метр вот так вот. Сейчас посмотрим. Надеюсь, успеет остановиться. Надеюсь, в кадр к вам попадет. Так. This is your gift. Please check and receive. Спасибо. Но должен был на 90 градусов, судя по инструкции. Поехал дальше дарить всем подарки. Но прекращай. Итак, дальше что еще имеется? Имеется запись. Запись звука. Показываю. Нажимаем кнопочку Record. Record. Я знаю, что вы делали прошлым летом. Знаю, что вы делали прошлым летом. Я не записался. Перезапишем. Record. Я знаю, что вы делали прошлым летом. Сейчас звук прибавим. Знаю, что вы делали прошлым летом. Почти записалось. И теперь можно управлять, скажем так, руками. Interactive sound control. Sound control. Знаю, что вы делали прошлым летом. Так, IC2. Знаю, что вы делали прошлым летом. 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 Сейчас где-то должен роботом сказать. Знаю, что вы делали прошлым летом. Слышали? Киборг. Знаю, что вы делали прошлым летом. В общем-то, искажает вот так вот звуки. Знаю, что вы делали прошлым. Ну и вернулся к обычному. Ну, можно покататься. Но, как видите, поворот идет не рывками, а если мы зажмем, то будет и поворачивать. Если зажмем вперед-назад, то он будет ехать без каких-либо остановок. То есть только в режиме программирования он идет частями, скажем так, да? В общем, вот такой вот интересный робот стоит 2500 рублей без учета каких-либо кэшбэков и скидок. Так что, как внизу применить кэшбэки и купончики, найдете все под видео. Да, но это должен был сказать робот. Подождите. Ссылки найдете в описании под видео. Все правильно, друзья мои. И ссылки на обзоры других роботов найдете где? Ссылки найдете в описании под видео. Все верно. Пока. Ссылки на Обалдеть. I'll be back.